Привет. Привет, привет. Дела супер, как у вас? Да, все в Москву, короче, сейчас улетаем. Через час. Да чего в универе делать? Ничего же не поменялось, как не ходил, так и не ходил. Добрая. Привет. Да, из Екатериновки. Гулять? Когда, где? Слушай, а без меня никак нельзя заполнить этот денег? В аэропорту, в Саратове. В Саратове. Почему мне ее не поставят? Привет. Думаю, супер. Вас как? Тольятти. В следующий раз. Нет, не ушел. Отдохнуть съездил. Жарко очень. Мне 21 год. Ну, наверное, сдался. Раз я туда еду. Москву. Да, нравится. Не знаю, заполнил анкету и мне перезвонили. Купили билеты, я приехал. Ну вот да, давай лучше ты в Саратов. Отвечаю по возможности. На крымскую татарину. Спасибо за этот комплимент. Ну, я пытался найти хорошую девочку, не получилось. На проекте кто нравится? Почти все. Все хорошие. Да, присылал. В Краснодаре не жил. Спасибо. Сейчас Саратов. Нет, не ушел я с проекта. Я съездил отдыхать. А, я помню. Помню, помню. Живую по-другому. Хуже или лучше? Нет, ни с кем не в отношениях.
работы на доме 2. Почему 0? Нет, мы с Викой просто друзья. Приход жду, но уже не надеюсь на него. Потому что мы с Викой друзья, не более. Спасибо. Отдохнул, но не очень, выспаться не мог. Тебе. Это куда? Ну, не знаю, говорят, приходы есть, но никого не пропускают. Не знаю почему. Мне 21. Не буду отвечать. Мое ко мне придет, когда мне выгонят уже, мне кажется. Спасибо. Хоть что-то. Больше подписчиков и много неуверенности в себе появилось. Нет, бра. Ну, не знаю, можно, конечно, попробовать. Но вот у меня не получилось с пингвином. У Макса не получилось, у Вити не получилось, у Никиты не получилось. Одно я тебе скажу, если ты пойдешь к ней, мне нужно на приходе говорить, что типа с тобой она изменится. Это все остальные парни были неудачниками. Просто там все заржут. Не знаю, 2,5, по-моему, 1000. Вижу, я тебя не игнорю. Почему ты так сразу реагируешь? Привет. В Саратове, в аэропорту. Дела супер. Привет. Русский. Блондинке нравится. Татуировок. 6. Выглядит. Почему смешно? Определенно помогает поменяться. Кого-то менять в лучшую сторону, а кого-то в худшую.
Спасибо большое. Судьба. Не Владислав, а Вячеслав. Нравится как человек, если только то есть цвет щегола. Все задумался. Вот, наверное, их двух особо выделю. Не знаю, у меня почему-то легко получилось попасть на дом 2. Дальше было хорошо. Почему решил пойти тут? Вышел из зоны комфорта. Порту. Взрастает понемногу. Идти в Москву. Мне кажется, я наоборот слишком неуверенно выгляжу на экране. Если бы на Сейшелы. За Ябу. Там свои причины. Да, для тебя. 21. Налично. Как обычно. Все трагично. Обязательно отвечу. Кому привет передать? Что за вопрос про гречку? Настроение шикарное, как у вас. Окей, буду ходить почаще. Вот Темир, брат, привет. Пока-пока. Наверное, лучше в Москву. Нет, не ушла. В Москву. Нет, не курю. Быдло не заливать. Хотя. Сейчас еще и чапкать начну. С кем Иром, вы офигеете просто.
это в шоке, это самый неожиданный поворот, я не знаю, на доме 2. Иногда смотрю. Курящий. Вообще не нравится, когда девушка курит, но часто такие попадаются. Быдло так было. Все еще один. Черти. Сараты. Привет. Спасибо. Сараты. Нет, не нашел. Постричься надо. Я довожу и истеричку. Вот немного. А старшего брата родного нету. Я сейчас ни с кем. Обязательно вернусь. Разбревал. Не полностью.